Выходные начались, а цвет настроения по-прежнему черный. Не стоит отчаиваться, ведь любой день можно разукрасить яркими красками. Встал не с той ноги после тяжелых рабочих будней – не беда. Есть несколько вариантов, как улучшить ваш день. Поездка на автомобиле как один из способов не скучно провести время. А если еще и музычки добавить, то вообще шикарно. Еще как вариант можно сменить имидж и начать лучше всего с прически. Ну что, поехали? Да. Ну а теперь с такой шикарной прической можно отправляться куда угодно. Слушай, не, ну, по-моему, идея не очень, если честно. Давай нормально. Ой. На выходные можно прогуляться в парке, а лучше отправиться в горы. Если нет желания ехать далеко, подойдет одна из окрестных достопримечательностей – музей-заповедник Неаполь-Скифский. Когда-то древнее городище окружало 8 сторожевых башен. Одна из них была восстановлена в советские годы. Сейчас мы находимся на крыше музея, откуда открывается прекрасная панорама на город Симферополь. Попутно можно ознакомиться с историей, посмотреть предметы обихода, орудия и одежду. Даже в одиночестве здесь можно часами стоять с чашечкой кофе и наслаждаться прекрасными видами. Особенно великолепен здесь закат. Ну а завершить этот день можно, побаловав себя шопингом или просмотром очередной премьеры в кинотеатре. Как приятно, когда ты один в кинотеатре. Такое чувство, что фильм снимали только для тебя.